Всем привет в 2021 году. Интересно, слетал в Сибирь к родственникам и еще раз убедился, что там делать нечего. Поэтому все сюда, Анапа резиновая и, как и, впрочем, весь юг. Друзья, сегодня будет обзор коттеджа 130 квадратных метров, который у нас, к счастью для вас, в свободной продаже. Это один коттедж, который остался у нас в поселке Звездном. И, как я вам обещал, 5 участков мы взяли в свободную продажу. И один из них сегодня уже продали. Очень приятно, поздравляем наших клиентов. Мы в коттеджном поселке Звездный, как я сказал, где у нас 40 коттеджев в едином архитектурном стиле. Это выполнены в декоративной штукатурке и в облицовке из кирпича. По коммуникациям, друзья, 15 киловатт электричества, вода центральная и индивидуальный дренажный септик. Уважаемые подписчики, вы неоднократно задавали вопросы, строим ли мы дома из керамзитного блока. И мы решили, вот для таких, кто хотел, и у нас в тот момент не было возможности, решили, что все теперь оставшиеся дома, и которые 5 участков, собственно, мы взяли, они все будут из керамзитного блока. Это очень качественный, надежный материал, как вы знаете, одноклассник газоблоку, 25 сантиметров идет. На цементно-песчаный раствор это все укладывается, в отличие от газоблока, где идет клей, обыкновенный клей для газоблока. Этот коттедж у нас на стадии строительства. В принципе, осталось 3, максимум 4 месяца. Вы можете его забронировать прямо сегодня, прямо сейчас, вот на этапе строительства. А как выглядит этот дом в готовом виде, мы сейчас посмотрим. Сейчас вы видите пример внутренней отделки проекта 130 квадратных метров. В кухне-гостиной будет установлена лестница из бука. Это качественная древесина, которая будет служить вам долгие годы. На данный момент, так как дом находится на стадии строительства, вы можете выбрать отделку на свой вкус. И в этом вам поможет наш штатный дизайнер. Ну а сейчас я расскажу вам о планировке данного коттеджа. Первый этаж встречает нас прихожей, ее площадь 6 квадратных метров, санузел также 6 метров, спальня с эркером чуть более 15 квадратных метров и кухня-гостиная практически 40 метров, площадь террасы 22 квадратных метра. На втором этаже расположены 3 спальни 13, 15 и 17 квадратных метров, санузел 6,5 метров и коридор 10 квадратов. Стоимость данного коттеджа 130 квадратных метров в облицовке из декоративной штукатурки 5 миллионов 850 тысяч рублей с отделкой под ключ в подарок. Это очень приятная и хорошая акция. Друзья, почему мы так быстро продали коттеджи в поселке Звездный? Да потому что, первое, это надежный, хороший, лучший застройщик в Анапе, который зарекомендовал себя еще с 2006 года. Второй момент, здесь очень хорошая инфраструктура и геолокация поселка. Вот Симферопольское шоссе, буквально 50 метров от меня. Остановка в оба направления, развязка на Краснодар, на Новороссийск, Керчь. 200 метров Витязева, это 4 километра до моря. Песчаный пляж, самый лучший в Анапе, вы знаете, я думаю. Третий момент, это доступная цена и отделка в подарок. Да, цена, согласен, чуть-чуть подросла после Нового года, но я верю, мы прорвемся. И это не мы такие, а жизнь такая, материалы подорожали и так далее. Но цены, я думаю, через 3 месяца еще пойдут вверх, поэтому вы можете сейчас успеть вот по тем ценам, которые у нас есть. Как я вам уже сказал, мы взяли 5 участков, один сегодня продали, и один дом вот освободился. Это очень хорошо. Кто писал нам, задавал вопросы, а будут ли еще коттеджи в Звездном. Они есть, мы рады
Будем вас видеть в числе наших клиентов. Звоните в офис отдела продаж, номер вы видите на экране. Ставьте лайк, рекомендуйте нас. С вами был Александр Аникиенко. Всем пока, до новых встреч.